все равно не поймешь за что. Ты просто следуешь инстинктам, животное. Даже если тебя отпиздить, то что потом? Все повторится десятки раз или сотни. Даже если тебя отпиздить, ты просто залижешь раны и снова станешь красивой, веселой и сексуальной. И в течение короткого времени найдешь другого еблана, который легко заполнит пустоту твоей спальни. Уходи, если хочешь, останься. Мне все равно, я так заебался. Уходи, если хочешь, останься. Мне все равно. Я не хочу скандалить, я через это прошел. И я не буду помогать собирать тебе вещи, не заострять внимание на том, что ты слабый пол, не унижать таким образом равноправие.